Что такое любовь? Любовь бывает разной. Она появилась, и все, и на этом как бы началась моя новая жизнь. Если я бы выбирал пол любви, я бы назвал ее женщиной. Потому что без девушек жизнь не та. Видишь ее, и вокруг все как-то так все размыто, все остальное не важно. Просто ты можешь смотреть, любоваться этим чудом и без слов. Как наркотик, блин. Без нее невозможно. Тебе постоянно необходима определенная дозировка. И с каждым днем все больше и больше. Ты смотришь на нее просто как на ангелочка. Ты... Да, что-то может быть тебе в нем не нравится, может не нравится. Я не знаю, там... Конопушки там, я не знаю. Веснушки, прыщик здесь. А, это мне не нравится. Но в целом... Ты... Не обращаешь на это внимания. Тепло. Тепло внутри, тепло вокруг. Она может быть совсем не такой в начале, которую ты ищешь. Тебя спрашивают, какой идеал твоей девушки? И ты говоришь, смуглая брюнетка. А потом в твою жизнь врывается такая светлая блондинка и... Бам! Взрыв. У тебя эмоции, полное сердце. Ты просто летаешь. Когда не можешь ничего с этим поделать. Оживаешь заново. Ты никогда не чувствовал себя таким молодым, таким сырым. Ты никогда не думал, что ты можешь заново стать таким маленьким мальчиком, который просто вернулся в то время. В то время, когда ты сам, когда ты не знал, что такое любовь. Вот ты каждую ночь, каждую вот думаешь. И ты думаешь, что ты думаешь, а ты не думаешь, ты чувствуешь. И стоит ли влюбляться в нее, потому что... Хотя иногда влюбишься и потом не смотришь, какая она, что она, просто любишь, да и любишь. Чувства берут верх. Верх над всем, что есть в этом мире. Разум, законы. Законы физики даже. Ты находишься в компании с друзьями, но ты все равно думаешь о том человеке, которого сейчас нет рядом с тобой. Да нельзя объяснить, что такое любовь. Никогда ты не объяснишь, что такое любовь. Это написано в твоих глазах. Глаза – это зеркало души, а душа не может врать. И все, и... А ты только рад этому.